Пыточный зал на Советской – место красоты, талантов и воодушевления. Именно в нем за 2023 год состоялось немало выставок, из них 3 республиканских, а также немало интересных проектов. Пришло время подводить черту уходящего года. Выставочный зал на Советской завершает 2023 год необычной экспозицией современного искусства под интересным двойным названием «Поскриптум помежный стан». 8 участников – художники, концептуалисты и скульпторы – представили более 70 работ, выполненных в самом разных техниках и направлениях. Мы представляем брещанам выставку современного искусства. Если так, мы делали немножечко анализ уходящего года. Выставок интересных было очень много в этом году. Республиканские и арт-проекты разные. И как-то так вот этой выставочкой мы буквально вот впрыгиваем как в последний вагон, такой-то последний аккорд. Он такой немножечко, видите, нестандартный, потому что выставка художников-концептуалистов – это всегда интрига, это всегда интересно, это всегда загадка. И нам интересно, что они нам в этот раз покажут, как они, как работают, в каком направлении. Принимают участие в выставке 8 художников – Брестский регион, Брест, Баранович и Кобрин. Вот, всего 8 художников. Они работают в различных жанрах. Наполнение выставки разнообразное, скульптур до интереснейших арт-объектов. И главное, все представленные работы передают суть второго названия выставки «Помежный стан». Выставочная экспозиция отражает множество эмоций авторов от полного ощущения счастья и энергичности и наоборот до полного опустошения. Идея сама возникла уже давно. Во-первых, пограничное состояние. Это связано географически с нашим городом, мы все-таки находимся на границе, и это всегда немножко имеет значение. С другой стороны, пограничное состояние – это состояние каждого человека, который испытывает разные эмоции, разные состояния сознания. Поэтому каждый художник как смог, так выразил. Искусство – оно одно, просто есть разные формы. Скульптура, живопись, графика, арт-объекты – это всего лишь различные формы проявления одной и той же идеи. Каждый художник работает в разной технике, которая ему ближе. Я в этом проекте выставил и живопись, и скульптуры. Представленная выставка получилась не только разноплановой и философской, но и стильной, со вкусом сформированной, что привлекло на вернисаж много публики, людей разных поколений. А как известно, единственное, что может их всех объединить в одном месте, это общая любовь к творчеству и искусству. Мне нравится концептуальное искусство, когда ты начинаешь углубляться, смотреть, искать, что там скрыто. Есть чисто художественные классные приемы, которые, если будучи художником, хочется где-то частично использовать. Вот. Есть новаторство, которое ты вот только открываешь. Есть определенная глубина, и некоторые вещи дойдут спустя какое-то время. Очень рада, что открылась такая концептуальная выставка моих, скажем так, коллег и друзей. Очень хорошо знаю Палачича Мировлада, и Антон учился с нами тоже на факультете. Вот. И я считаю, что в наше время очень мало именно концептуальных выставок. В основном происходят какие-то групповые, отчетные выставки от союзов и так далее. Вот. Но когда люди собираются сами, окруженные идеей, это, мне кажется, вдохновить должно и других людей. Выставка современного изобразительного искусства «Поскриптум. Помежный стан» будет работать до 24 декабря.